Здравствуйте, друзья и уважаемые подписчики нашего канала. Сегодня у нас в гостях Надежда. Она является руководителем языковой школы, которая находится на территории Польши. И сегодня мы можем здесь в режиме реального времени задать ряд интересующих вопросов, как же приехать в Польшу с помощью языковых курсов. Добрый день. Да. Здравствуйте, Надежда. Хотела бы попросить вас буквально в двух словах немного рассказать о вашей языковой школе. И перейдем к основным вопросам. Наша языковая школа является школой, которая уже 12 лет на рынке. Мы занимаемся курсами по изучению иностранных языков. А правильно ли я понимаю, что не только польский язык в вашей школе? Не только. У нас в большинстве случаев изучают английский язык, немецкий язык и польский язык. Замечательно. Хорошо, тогда давайте перейдем к основным моментам. Что необходимо студенту, который находится за пределами Евросоюза, предположим, это страны СНГ, Россия, Украина, Казахстан, который хочет поступить в языковую школу, да, с целью, возможно, дальнейшего обучения в университете или в другом учебном заведении. Какие первые шаги? Первый шаг – это нам позвонить. Вообще, пакет документов очень маленький. Нам от каждого студента, который планирует изучать иностранный язык, надо скан паспорта, загранпаспорт. Мы выставляем все необходимые документы, то есть договор, регламент нашей школы, который клиент должен ознакомиться, распечатать, подписать, и потом мы готовим все документы для получения визы. Хорошо, то есть какие-то присяжные переводы, нострификация там, дипломов или что-то еще, этого всего не требуется? Нет, из-за того, что мы являемся частной школой, да, у нас как бы свои правила, и у нас свои договоренности с посольствами, так что люди на основании наших курсов могут получать приглашение и могут получать визу на 365 дней. Хорошо, а курсы, если это является не годовыми, а краткосрочными курсами, то есть... Это зависит от страны, потому что согласно посольству каждой страны, например, вот Казахстан, да, там приглашение должно быть не короче, чем год, потому что в другом случае не дадут визы, даже не примут документы. Поэтому это конкретно по каждой стране. Хорошо, да, поняла. Скажите, пожалуйста, формат обучения дневной, вечерний или можно как-то комбинировать? Мы стараемся понимать, что каждый студент, который приезжает, у него после какого-то времени, если это совершеннолетний человек, как бы находит работу, старается здесь работать. Поэтому наша программа поделена на модули. То есть первый модуль – это обязательно первый месяц, как клиент приезжает, студент, скажем. Он должен ходить каждый день. У клиента, ученика занятия с понедельника по пятницу 3 часа каждый день. А после этого у них занятия вечерние, 2 раза в неделю. То есть так, что это приспосабливается к тому, что каждый клиент может еще потом работать. Да, звучит. Ну, это, в принципе, очень удобно, потому что здесь как бы одно без другого, да, не может существовать. А для того, чтобы обучаться, нужно оплачивать обучение, соответственно, работать. Для того, чтобы работать, нужно знать язык. Поэтому вот такой вот принцип совмещения, он очень удобен. Хорошо, скажите, пожалуйста, для того, чтобы быть зачисленным, нужно ли уже какие-то начальные знания, да, или человек может вообще с нулевым уровнем языка приезжать? Польский язык – это не английский, потому его изучает точечно клиент, который планирует сюда приехать. И в большинстве случаев это люди, которые начинают с нуля. Поэтому у нас есть уровни разные, как это выглядит. Клиент, приезжая на курс, он сдает специальный тест, который определяет уровень знания польского языка, и тогда мы определяем его в группу. То есть у нас группа на всех уровнях знания польского языка. Замечательно. Скажите, есть ли возрастные ограничения какие-то? Есть, но, скажем так, не очень значительные. Это люди до 56-го года жизни. Хорошо, а на практике вообще как встречается? Больше как бы приезжают студенты, ну, скажем, студенческого возраста, да, там после школы, либо же, ну, есть те, которые уже взрослые люди, просто хотят поменять квалификацию или, ну, я не знаю, пойти учиться, скажем, после 30. В большинстве случаев это такой возраст от 25 до 45 лет. Это в большинстве случаев родители, которые планируют приезжать сюда с семьей, или же студенты, которые закончили университет в своих странах и хотят начать жить здесь, в Европе. А теперь хочу перейти вот тоже к таким важным моментам относительно получения диплома, да, об окончании этих курсов. Что дает этот диплом, какие возможности? И также я знаю, что ваша языковая школа является аккредитованным партнером очень многих учебных заведений, да, и то есть могут ли студенты, которые хотят поступить в ВУЗ, также воспользоваться вашей языковой школой?
все студенты, которые заканчивают у нас курс, получают сертификаты, потому что по окончании курса сдают специальный экзамен, и наш сертификат позволяет поступать 28 наших вузов-партнеров, которые находятся на территории всей Польши, и мы гарантируем поступление в это вузы, если они вот оканчивают у нас курс. То есть мы даем такую гарантию, что в будущем человек будет учиться где-то в университете в Польше. Да, это очень замечательно, и вообще, ну вот, насколько мне известно, из опыта работы, да, есть способ, да, сдачи языкового теста при школе, так, школа, которая является аккредитованной перед вузом, и, скажем так, сдать тест государственного образца, да, и вот государственный все-таки, ну, на порядок сложнее, мне кажется, ну, как-то более волнительно сдавать государственный тест, нежели чем в той школе, да, в которой ты уже прошел обучение, там, познакомился с преподавателями, и, наверное, все-таки такой более простой вариант для студентов. Он комфортнее. Да, комфортнее. Чувствует себя комфортно в школе, где изучает язык. Да, тоже вопрос на засыпку. Потому что, ну, многие студенты приезжают, работают, легализовываются. Время летит очень быстро. Проходит 5 лет, да, и приходит возможность подать прошение о постоянном виде на жительство. Да, и Польша, как и все страны, запрашивает, конечно, знание языка. Да, то есть подтверждение. А может ли ваш сертификат вот являться основанием для миграционной службы, что человек владеет языком на достаточном уровне, чтобы не сдавать потом государственный тест? Это было возможно до этого года. К сожалению, с этого года наш сертификат он не является государственным, а требования с администрации, которая дает разрешение на постоянное жительство в Польше, они только принимают сертификат государственного образца. Потому что сейчас это невозможно, к сожалению. Хорошо, понимаю. Ну, может быть, в будущем что-то изменится. Относительно университетов, да, может быть, сможете хотя бы парочку, да, вот назвать каких-то, может быть, самых интересных, самых востребованных университетов, которые в последующем наши студенты смогут поступать после языковых курсов? Конечно, в большинстве случаев сейчас все студенты выбирают специальности, которые помогут им потом работать даже в режиме онлайн после пандемии, мы смотрим на рынок с другой стороны, поэтому вот хорошее направление в университетах, которые мы предлагаем, если мы говорим о Варшаве, это университет Казминского, это очень большой университет, который в рейтинге на третьем месте во всем Евросоюзе, это больше на бизнес настроенный университет, очень хороший университет Лазарский, они практикуются на том, что направление юриспруденция, то есть право на польском языке. Ну и, конечно, хороший университет на территории Польши, если мы говорим, это то, что связано с логистикой. Да? Например, в Вроцлаве есть очень хороший университет, который называется Высшая школа логистики и транспорта. То есть можно выбирать. Да? У нас, как я говорила, больше 28 университетов, с которыми мы сотрудничаем. Как клиент к нам обращается, вот студент, который участвует в наших курсах, мы предоставляем все требования с каждого университета. Тоже разъясняем, который лучше поступить, какая профессия более прибыльна на территории Польши сейчас. И вот так направляем студентам, где учиться. Ну, большое спасибо за такие развернутые ответы. Я для себя, в принципе, как студент в прошлом и студент на данный момент, очень вообще люблю учиться, могу сделать вывод, что это очень удобный, как бы, способ, да, получить все абсолютно в одном месте. Да, это самое важное, да, чтобы студентам не приходилось, да, искать отдельно курсы, искать отдельно вузы, да, коммуницировать с большим количеством, да, людей, и в последующем не всегда получать нужный результат. Потому что, ну, недостаток информации, пока люди находятся за пределами Польши, это, конечно, есть, скажем, ну, небольшая проблема, назовем это так. В любом случае, Надежда, большое спасибо, что вы уделили время, очень подробно, да, рассказали о ваших курсах. Всем нашим зрителям хочу напомнить, что если вас интересует переезд в Польшу с помощью языковых курсов или поступления в ВУЗ, вы можете оставить заявку по ссылочке под этим видео, ну и, конечно же, в комментариях. Всем пока, до скорых встреч. До свидания.